Глава Самары Елена Лапушкина поздравила жителей города с Днем предпринимательства, сообщает в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Мэр города отметила, что этот праздник – свидетельство уважения к труду тех, кто весь свой энтузиазм, энергию и талант направляет на создание и приумножение национального богатства, осваивает новые виды деятельности, создает в нашем городе рабочие места и повышает уровень жизни самарцев. В Самарском районе состояло заседание общественного совета микрорайона номер 8 «Заводской». Информацию об этом разместили в телеграм-канале. На мероприятии подвели итоги работы за 2021 год, вручили заслуженные награды, а также наметили планы на будущее. Глава района Роман Розюков озвучил действующие программы по благоустройству дворов. В телеграм-канале Департамента образования рассказывают о проекте Приволжского федерального округа «Герои Отечества», в рамках которого проводился региональный этап конкурса «Лучший военно-патриотический клуб». Победителем стало отделение кадетского корпуса центра «Авангард Самара». В Красноглинском районе города запустили новую рубрику «Красноглинские фокусы». Желающие могут скидывать фотографии района в телеграм-канал администрации и выкладывать на своих страничках в социальных сетях соответствующим хэштегом. Самые лучшие и красочные снимки будут опубликованы.